женщин. У женщины тоже есть чувства и тоже есть разум. Но у женщины уникальный совершенно инструмент. У нее чувства и разум работают одновременно. Это выглядит вот так. И такое, с одной стороны, удобное приспособление, правда? Она одновременно чувствует и одновременно думает, у нее все одновременно происходит. Она прочувствует сразу миллион вариантов, поэтому она всегда права, потому что она всегда и это продумывала тоже. Но вот в таком состоянии она не может принять решение. Вот попробуйте в таком состоянии принять решение. Она все время вот так. Она даже купить себе толком ничего не может. То ли купить, то ли не купить. То ли жалко деньги, то ли не жалко. Чего-то очень много. То есть она все время вот в таком состоянии пребывает. И, например, вот она воспитывает сына. Все, его надо наказать. Наказала сына, потом, ой, зачем я так? Нет, жалко, зачем я так ему сказала? Да? То есть она все время пребывает в чувстве вины, хроническое чувство вины, дорогие мужчины. В 9 раз сильнее чувство вины у женщины, причем это хронически постоянно. Почему 9? Ну так вот и как природа. Но правда, целомудренные женщины. Современные психологи говорят 2 раза. Это вот женщины сейчас такие рассредоточены, это 2, но все равно больше. Итак, вот в таком состоянии она идет к мужу. Если мне кто-то микрофон поддержит, я буду показывать. Итак, она идет к мужу, она решение принять не может. Например, как воспитывать сына? Ты его должен наказать, ты должен... Или вообще, покупать дом, не покупать, покупать, не покупать, покупать, не покупать. Он говорит, все, хватит, надоело. Точно. Делаем вот так, точка. Она говорит, ну не знаю, не знаю. Теперь он делает и, например, ошибается. Она говорит, а я тебе говорила. А если он не ошибается и делает правильно, он говорит, это я тебе говорила. Дорогие мужчины, запомните, пожалуйста, раз и навсегда, женщина всегда права, потому что она просматривала все варианты. Ошиблись она права, не ошиблись она права, то есть всегда права. Но если не приведи Господи, эта женщина приняла это решение. Вот одиноких женщин очень важно. Она принимает решение, и она ошибается. Знаете, что вы ее говорите? Я себе этого никогда не прощу. Никогда я себе этого не прощу. Мужчина спокойно себе прощает. Ну, ошибся. Вот проблема. Да? А она себе реально не может простить. Все женщины несут все свои ошибки по гроб жизни. Вот по гроб жизни она себе это вспоминает, как я могла так сделать, как я могла так поступить. Интересно, что вот когда женщина ошибается, и вообще самая главная забота мужчины – это защита, да, то есть защита мужчины заключается в том, чтобы защитить женщину от ее собственного ума. Если мужчина дает прибежище женскому уму, сыну нет такого мужчины. Вот мой муж, он был такой, он каждый раз говорил, это вообще не твоя забота, оставь такое, я с этим разберусь. Интересно, что как только женщине говорят, это моя ответственность, вот как мужчина говорит, хотя вы знаете, что это и ваша ответственность, да? Но если мужчина говорит, это моя ответственность, в этот момент в женщине просыпается очень удивительная вещь. Она очень сильно хочет быть опорой, надежкой, помогать. Но как только мужчина говорит, это твоя ответственность, да? Это все ты, это все... То есть я, как только мужчина начинает сваливать на женщину ответственность, вы получаете гнедливую женщину. Почему? Потому что это неестественно для женщины отвечать. Просто неестественно. А для мужчины естественно. Внутри ответственности мужчина растет. Женщина растет только внутри любви. И внутри безопасности. Сейчас мир просто попутал что-то. Когда воспитываем мальчиков и девочек, надо в мальчиков верить, а о девочках заботиться. Сейчас происходит полностью наоборот. Мы в девочек верим, а мальчик заботится. И поэтому вырастают такие инфантильные мальчики. Сейчас огромное количество мужчин, они внешние мужчины, а внутри они дети, подростки. Бунтующие подростки, и все. И созревание не происходит. Зато женщины, они прут, вот эти 9. Почему женщина дана такая огромная сила, в 9 раз превосходящая?
Дорогие мужчины, победить женщину в конфликте – это как небо красить. Невозможно. Потому что женщина в 9 раз в чувствах превосходит вас. То есть если вы будете гневаться, она в 9 раз квалифицирует вас. Вы ее не переборете.